Здравствуйте! Хочу сегодня познакомить вас с моей новой покупкой. Это терка, электрическая терка Mountfield. Честно говоря, после ее покупки я вздохнула с облегчением. Ну, давайте ее рассмотрим поподробнее. На самом деле в устройстве нет ничего сложного. Но это очень-очень полезная на кухне вещь. Очень полезная покупка. Удобно. Это то, что тут, видите, есть отсек для хранения шнура. Его очень легко туда обратно вставить, обратно и легко вытащить. Вот так включаю в розетку. Но пока лучше не включать, я покажу, как работать с терками. В комплекте 5 терок. Есть покрупнее. Вот такой теркой я обычно теряю драники для картофеля, из картофеля и из кабачков. Есть две терки поменьше. Вот они. Это подойдет для сыра, например. И две терки для слайсов. Это очень помогает, когда вы хотите приготовить салаты и красиво их нарезать. Терка собирается предельно просто. Вот, вот сюда вставляется. Кстати, мне все время казалось, что ставить ее легко, но она плохо держится. На самом деле нет. Во время процесса, во время прикрутки ничего не вытаскивается, не выпадает. Все очень удобно. Вставляем ее вот таким образом. Вот этой штучкой вверх. Все закрепили. Вставляем розетку. И мы готовы. Это толкатель, специальный толкатель, чтобы проталкивать какие-то продукты. Ну, это не всегда нужно. Ну, давайте попробуем. Во-первых, включаю. Видите, сразу же уже крутит. Я взяла немного сыра пармезан. Пармезан это довольно плотный сыр, его тяжело оттереть на терке, на обычной. Ну, что ж, попробуем, посмотрим, как справится наша электрическая терка с такой задачей. Видите, прекрасно справляется. Натирает достаточно мелко. Можно взять другую терку покрупнее, помельче. Как вам больше нравится. Держать нужно кнопку постоянно, но это не напрягает, потому что она достаточно быстро перетирает. Нажимать не нужно сильно. Никаких усилий прикладывать не нужно. И вот можете увидеть, какая красота. Сейчас я настрою. Какая красота у меня получается. Вот такой вот. Достаточно мелкий так, сыр. Подойдет просто покушать. Для салата, для пасты. Теркой я это пользуюсь очень часто. Это очень большой помощник мне на кухне.